Елена Шумкина создает приключенческие сказки для детей. Их сюжеты разворачиваются в Красноярске. Другой проект писательницы – курс для детей по созданию рассказов и стихов. В работе ее поддерживает продюсерский центр Сибирского института развития креативных индустрий. Я очень рада, что институт меня натолкнул на то, что вообще мою деятельность нужно монетизировать. И теперь я вот провожу встречи со своими читателями, мастер-классы. И вот теперь уже это приносит мне доход. Это очень приятно. Купить книги Елены можно, например, в креативном пространстве «Индустрия». Это одновременно и магазин товаров, и галерея современного искусства. Все резиденты здесь исключительно мастера нашего края. Дизайнеры одежды, украшений, создатели кожаных изделий, декора и сувениров. Отбор проходит на конкурсной основе. Если вам нужна бесплатная точка продаж в центре города, то успевайте заявиться на конкурс до 31 мая включительно. Такая мера поддержки помогает мастерам масштабировать бизнес и выйти на новый уровень. Мы получаем оптовые заказы, находясь здесь. Люди приходят, это центр города, это очень удобное расположение, это очень красивое пространство. И видят нас, видят других резидентов, и это сподвигает к расширению, к масштабированию своего бизнеса. Индустрия, несомненно, в этом дала большой толчок. Креативный бизнес невозможно построить без продвижения. В этом вопросе в помощь творческим людям Институт развития креативных индустрий. Там специалисты помогут повысить узнаваемость проекта и монетизировать идею. Продюсирование является таким ключевым, наверное, продуктом нашего Сибирского института развития креативных индустрий. Связано это с тем, что креаторы, как правило, умеют хорошо делать продукт и хорошо разбираются в какой-то творческой составляющей, его инновационной, но при этом мало у кого есть компетенции по его продвижению и по продажам. В этом году институт готовит новый формат поддержки предпринимательства – самое настоящее реалити-шоу «Битва креаторов». Участвовать могут креативные предприниматели края, у которых уже есть продукт, но они не знают, как его продвигать. Будут многоэтапный отбор, обучение, задания. И все под прицелами видеокамер. Общий призовой фонд шоу – 14 миллионов рублей. Заявки будут принимать до конца июня. Подробнее об участии в продюсерских проектах Института креативных индустрий на сайте industry.art.